Демократической партии. Уважаемый Марьян Ильич Лупу, господин Владимир Плохотнюк, вы сегодня практически управляете страной. Вы сегодня ответственны за то, что у нас в стране происходит. Я вам предлагаю сделку. Если вы отдадите нам Хатиняну, то я вам даю слово, я и моя семья будем голосовать, агитировать за вашего кандидата на протяжении всей своей жизни. Но отдайте нам его. Пусть суд сегодня решит, кто прав, а кто виноват. Я понимаю, что сегодня Хатиняну стал независимым депутатом, он и Филатов сдал. И он сегодня прекрасно понимает, что за ним, за спиной, очень много грехов. И чтобы не попасть в тюрьму, он готов сделать каждому депутату Демократической партии в парламенте минет. Он каждый день будет минет делать лично Лупу, лично Плохотнюку, лишь бы его не выкинули из парламента. Он в таком положении. И он сделает. Если Лупу попросит, не попросит, а потребует у Хатиняну сделать ему минет, и Хатиняну сделает Лупу минет. Потому что он в таком состоянии, где любой шаг, любой щелчок, любое движение демпартии, и он будет сидеть в тюрьме.